Экс-депутат Роман Худяков прокомментировал нацистский лозунг, который крикнул Максим Галкин во время своего выступления в Дубае. На протяжении долгих лет Максим Галкин был бессменным ведущим во многих шоу на федеральных каналах. Вот только после февральских событий, случившихся в прошедшем году, юморист уехал в Израиль, откуда стал поливать грязью Россию. Я не сомневаюсь больше, что он не просто иноагент, получающий деньги из рук сомнительных иностранцев, а настоящий, купленный с потрохами агент ЦРУ, агент влияния из числа медийных россиян, о которых проговорился замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу. Он четко отрабатывает на новых концертах все задания по антироссийской пропаганде, чтобы обеспечить себе существование.